Привет. Представьте, пожалуйста, команда, вуз и... Дмитрий Пшенный, капитан команды «Айсберг», Институт холода и биотехнологий. Скажи, сегодня выиграли свою игру, уже вчера играли? Да. Вот, вчера тоже выиграли. Вот, поздравляю со второй победой. Скажи, вот оцени соперника, насколько ты можешь вот сказать уровень команд в студенческой лиге, ну, уже по первым двум играм? Ну, сегодняшний соперник был намного сильнее, чем вчера. Вчера мы все решили в первом тайме, сегодня после первого тайма мы проигрывали. Просто за счет волевых усилий добились победы. А соперники достойные, играть интересно. Побеждаем, хорошо. Скажи, почему пропустили первые? Ошибка в обороне, и все. Тупо ошибка. Скажи, уже второй день, какие ощущения от студенческой лиги и какие впечатления уже первых два дня? Да, нормально все, интересно. Впечатления только самые положительные. Еще пока побеждаем, отрицательных эмоций не может быть, я так считаю. Скажи, на кого ставил в тотализаторе? На нас. И все. На две победы наших. Больше никого не ставил пока. Спасибо. Спасибо. Удачи в следующих матчах. Спасибо.